В этом разделе рубрики речь пойдет об алгоритмах действий по реализации и защите гражданских, а также трудовых прав севастопольцев. Телезрительница Екатерина Петровна спрашивает. Я пенсионерка, прожила в гражданском браке 10 лет. Недавно мой супруг умер. Имею ли я право получить наследство после его смерти? В российском законодательстве отсутствует такое понятие, как гражданский брак. Поэтому вы не будете включены в наследственное дело как супруга. Однако, если вы в период жизни умершего супруга получали от него на постоянной основе материальную помощь, и это было для вас существенным и основным источником для существования, вы можете попробовать через суд признать факт нахождения на иждивении у умершего, и тогда будете наследовать наравне с наследниками, призываемыми к наследству. Либо, если наследников других нет, унаследуете имущество полностью. Ваши вопросы можно задать по телефону 8 8692 88 51 03.